На свете существуют числа сочетаний. Дальше. Существуют вот такие числа, которые называют числа Стирлинга. Числа Стирлинга для подмножеств. Существуют вот такие вот числа, которые называют числа Стирлинга для перестановок. Они известны. Я уже первые из них, что называется, с незапамятных времен. То есть точно известно, что еще в Индии про эти самые числа, числа сочетаний. Или другими словами, бином Ньютона. Может быть, кто-то слышал под этим названием, да? Бином Ньютона. Вот эти числа были известны. В Европе по-настоящему четко сформулировал Блез Паскаль. И с тех времен это называются треугольник Паскаля. Мое дело сейчас дать определение только для того, чтобы вам было интереснее. Я сейчас дам определение, господа, не только одной, не только одного объекта, не только чисел сочетаний, но и сразу всех трех. Что такое вектор? Что такое число сочетаний? Это количество способов выбрать k предметов из n данных предметов. Второе. Что такое число Стирлинга? Это опять-таки количество способов, только здесь вот что. Разложить n предметов в камешков. Предметы все разные, мешки на вид одинаковые. Я сейчас все это буду подробно объяснять, будете. Предметы разные, мешки одинаковые. И, наконец, третье. Это то же самое, количество способов рассадить n человек за k столов. Опять-таки, столы одинаковые по виду, а столы могут крутиться, и столы могут произвольным образом перемещаться. Столы там крутятся и меняются местами. То есть важно, кто с кем сидит, а не... Так, я все подробнее, но сейчас объясню. Для того, чтобы стало понятнее, давайте сделаем так. Я возьму какое-нибудь конкретное число, n. Ну, например, чтобы было не слишком много, n равно 5. И возьму какое-нибудь число k. Например, число k равно 2. Неважно, я могу взять побольше, тогда пришлось бы просто побольше писать. И сейчас, во-первых, выпишу все варианты и найду, соответственно, чему равно число сочетаний, если перейти под вот. Потом нарисую все картинки и найду это число Стирлинга, и потом нарисую и найду эти. Ребята, как ни странно, эти числа довольно связаны друг с другом, хотя по определению будет казаться, что связи вообще почти нет. Итак, слушайте. Пять предметов. Давайте, пусть для простоты, это у нас будут числа 1, 2, 3, 4, 5. Для того, чтобы не путаться. И как можно выбрать два предмета? Это очень просто. Можно взять 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Бывает еще 2, 3, 2, 4, 2, 5. 3, 4, 3, 5 и 4, 5. Сколько всего? 10. 10. Значит, число сочетаний из 5 по 2 – это 10. Интересно, конечно, как это считать, по какой формуле. Интересно знать, какие у этого свойства. Нет, я понимаю, что кто-то знает. Ребята, как ни странно, огромный кусок
математики занимается этими числами. То есть на первый взгляд, вот я написал вам три определения, вроде бы они не сильно отличаются, и на первый взгляд кажется, что и это надо учить, и это. Ответ такой. Вот эти числа встречаются в 100 раз чаще, чем вот эти. Как вот получилось? Абсолютно невозможно заниматься многими задачами математики, не выучив эти самые числосочетания. На самом деле, конечно, кроме этих числосочетаний, числостерминов, есть еще много всего другого интересного. Но давайте так, по крайней мере, эти три вида сегодня уже с вами попытаемся понять. Я уже объяснил, что такое числосочетание с 5 подов. Это 10. И вот объяснил почему. Сейчас нужно объяснить, сколькими способами те же самые числа можно разложить в два мешка. Способы такие. Число 5 лежит в своем мешке, а 1, 2, 3, 4 в другом. Я по одному и тут все числа, да? Вот это один способ, это второй, это третий, что там еще бывает. Двойка отдельно, 1, 3, 4, 5 в другом мешке. Бывает единичка отдельно и 2, 3, 4, 5. Вот. Но на этом история не заканчивается. Кроме этих 5 способов, есть еще вот что такое. Когда у нас лежат 1, 2, 3, а здесь 4, 5. Легко понять, что вот как раз таких способов будет ровно столько, каково число сочетаний из 5 подов. Это те самые 10 способов. А именно, смотрите, 4, 5, 3, 5, 2, 5, понимаете, да? 1, 5. А содержимое этого мешка однозначно выписывается, если вы знаете, сколько в этом. Если здесь 2, 5, то здесь 1, 3, 4. Если здесь 1, 5, то здесь 2, 3, 4. Ребята, можно я не буду все это выписывать? В общем, 10 штук, этих 5. И таким образом мы нашли, что число Стирлинга для подмножеств из 5 подва, это на самом деле 15. Отлично. Осталось сделать последнюю работу по выяснению смысла наших определений. А именно, для перестановок, как ни странно, оно будет еще больше, чем то, что мы только что вычислили. Объясняю почему. Вот здесь вот предметы лежали в мешке. И мешок, так сказать, внутри мешка не было никакого порядка. То есть они лежали, и 1, 2, 3, 4, это то же самое, что 1, 4, 3. А вот сейчас мы должны нарисовать картинку, как они будут сидеть за столами. Господа, поскольку это число уже достаточно большое, то давайте я сейчас сделаю так. Я буду пользоваться вот этой картинкой, и на этой картинке объясню, во что превращается каждая из этих ситуаций. Вот смотрите, когда за столом сидят люди по принципу 1, 2, 3, 4, то на самом деле сколько таких способов? Ответ очень простой. Выписать людей по порядку, ну скажем, начиная с единицы, пишем тот же самый след. Смотрите, после единицы идет любой из трех вариантов. Двойка, тройка или четверка. Написали, вот сюда же идет число. После нее идет один из двух оставшихся вариантов. И после этого идет единственный оставшийся вариант. В общем, это делается шестью способами. Для понятности, давайте я эти все шесть способов выпишу сейчас. Итак, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, бывает 1, 3, 4, 2, и еще бывает такой способ, 1, 4, 2, 3, и 1, 4, 3, 2. То есть, смотрите, когда сидели в мешке, то это был один способ, а сейчас он превратился в 6 способов. Это превратилось в 6, это в 6, это в 6, это в 6.
получилось всего 30 способов. Отлично. 30 уже. А не 5. Теперь здесь. Когда 4 и 5 сидят за круглым столом, то это просто они напротив друг друга сидят и все. А вот 1, 2, 3 возможны варианты. Либо за круглым столом сидят 1, 2, 3. Так что идешь по часовому сделать, от единицы двойки. Либо они сидят так, что идешь от единицы сначала к тройке, потом к тройке. Два варианта. Значит, каждый из вот этих вот 10 вариантов сбился на сколько? На 2. На 2. И значит, у нас всего получилось сколько? 20 и 50 вариантов. Замечательно. Значит, вот такое вот число, по нашим подсчетам, это 50. А вот сейчас попрошу вас придумать способ быстрого заполнения трех табличек. А именно, таблички для чисел сочетаний. Надеюсь, что все-таки многие это знают. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну давайте так. Дальше уже не надо. Понятно, что, строго говоря, надо до бесконечности, но до бесконечности у нас никакого желания писать нет. Это первая, самая простая таблица. Это для кого-то из вас будет очень важно, потому что по-настоящему понять, как эти самые числосочетания устроены, это уже огромное достижение. Если кто-то сегодняшнее занятие уйдет только с этим, это будет уже хорошо. Но будет супер результат, если мы сумеем заполнить еще две таблички числа для подмножек. Опять-таки, здесь n, здесь k, только... А давайте, впрочем, давайте с нуля начнем. Дело в том, что для чисел Стерлинга 0 это немножко такая более абстрактная штука. Но, с другой стороны, ладно. Все надо сделать, что называется, своими руками. Число сочетаний. Нет, ты у нас оператор сейчас. Кто точно уверен, что знает, как заполнять про число сочетаний? Давайте. Только громко выходите. Говорите громко, ладно? И не обязательно заполнять всю. Когда начинаете сомневаться, лучше остановиться. А еще перед тем, как он будет говорить. Ребята, прошлой зимой я и Коля, и Елена Борисовна были в университете города Цюрих. Там работает кружок малого ума. Так вот там на всем этом кружке, по всем классам, то ли 15, то ли 20 человек. Понятно, да? Поэтому вы на самом деле должны быть сейчас счастливы. Потому что вот просто, человек, посмотрите, кто вправо, рядом с вами сидят люди в огромном количестве. Это не одна аудитория, а здесь много. Понимаете, одновременно вас по-настоящему много. Ребята, это на самом деле здорово. И из этого должно что-то следовать. В какой-то момент вы должны понять, что вы, настоящие люди в этой стране, так или поздно это произойдет. Поэтому посмотрите друг на друга и просто порадуйтесь, что вы есть. Он решил начать прямо с формулы и, соответственно, сейчас по этой формуле будет считать. Во-первых, это правда. Ну, на самом деле, совсем правда. На кафтериал. Чуть-чуть он там забыл поделить на кафтериал. Вот, тогда будет совсем правильно. Маленькая проблема. Я это занятие провожу не для тех, кто знает эту формулу, а наоборот, для тех, кто хотел бы ее понять. Нет, остановитесь. Я не хочу, чтобы вы начинали с этой формулы. Я именно попросил заполнить, объяснив какие-то простейшие вещи. А вы начали прямо сразу с ответа. Давайте все-таки, это хоть и правда, но это не та правда, которая мне сейчас нужна. Число сочетаний с нуля по нулю. Сколькими способами 0 предметов можно выбрать из нуля предметов? Одним. Одним на самом деле. Ребята, ничего не делать можно в математике единственным способом. 0 предметов выбрать из нуля предметов – это
то же самое, что ничего не делать. Поэтому на самом деле это один способ. Сколькими способами можно выбрать один предмет из нуля предметов? Один предмет из того места, где ничего нет. Ну это невозможно сделать, это ноль способов. А сколькими способами там же можно добыть два предмета? Отлично. Заметьте, пожалуйста, мы заполнили целый столбец. Так. А сколькими способами можно выбрать ноль предметов из одного? Ноль предметов из чего угодно можно выбрать одним способом. Для этого достаточно ничего не делать. Поэтому везде здесь пишем единицы, конечно. Отлично. Вы здесь написали единицы. Теперь один предмет из одного предмета. Один способ. Один предмет выбрать из двух предметов. Берешь любой. Один предмет из трех. Один из четырех. Отлично. Начинаем выбирать два предмета из множества, в котором только один предмет. Конечно, ноль. Кстати, три предмета из сколько? Ноль. Ребята, когда выбираешь больше предметов, чем там есть, то всегда ноль. Отлично. Два предмета из двух, сколько способов? Один. Все, кстати, понимают, что здесь везде будут. Вот на этой линии всегда единицы. А под ней сколько? Ноль. Когда мы пытаемся выбрать больше предметов, чем у нас есть. Ноль. Значит, смотрите, половина таблицы, даже больше, чем половина, заполняется совершенно мгновенно. Везде здесь нули внизу. Везде нули. Так, хорошо. Два предмета из трех. Сколько способов? Вот у меня три пальца, выбираю два. Или эти. Тремя, да? Еще раз. Вот у меня три пальца. А, Б, С. Либо А, Б, либо А, С, либо Б, С. Три варианта. Так, четыре. Из четырех предметов выбрать два. Давайте посмотрим на картинку. Что такое четыре предмета? Это на самом деле четыре угла квадрата. Как выбрать из них два предмета? Это вот эти два, или вот эти, или вот эти, или вот эти, или вот эти, или вот эти. Понятно? Да. Сколько сторон и диагоналей? Шесть. Значит, здесь очевидно шесть вариантов. Так, хорошо. Из пяти предметов это нужно посмотреть уже на пятиугольник. Сколько у него сторон и сколько у него диагоналей? Десять. Пять плюс пять сколько? Десять. Десять. Кстати, кто знает, как называют вот эти числа? Один, три, шесть, десять. Треугольные числа. Треугольные числа. Ребята, как ни странно, они очень-очень-очень важны и часто встречаются в математике. Поэтому давайте запомним. Вот это вот число называется треугольным. Это называется треугольное число. Все понимают, почему именно так оно называется. Потому что, смотрите, что такое 6? Это 1 плюс 2 плюс 3. А что такое 10? 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4. Тут какая история? Когда добавляешь еще одну вершину, шестую, вы представьте себе, добавляешь шестую вершину, то добавляется еще сколько отрезков? Еще 5 отрезков. Значит, здесь будет 15, дальше будет 21. Так, кто помнит формулу для треугольного числа? Как быстро узнать? Умножить n на что? N минус 1. На n минус 1 и разделить на 2. Отлично. Теперь наступает гораздо более трудное время. Число сочетаний
из четырех копий. То же самое, выбрать три предмета, то же самое, что выбрать один предмет. Молодец. Выбрать три предмета, это то же самое, что оставить невыбранным один предмет. Ребята, если вы уже посчитали число сочетаний из четырех по одному, то на самом деле вы заодно посчитали и число сочетаний из четырех по одному. Более того, это общий закон. Из n по любому числу это то же самое, что из n по n минус k. То, что мы сейчас делаем, называется треугольник Паскаля. Я сейчас вам этот самый треугольник нарисую в более привычном виде, потому что я думаю, в таком вот виде, как я сейчас объяснил, многие из вас его еще ни разу не видели, а вот зато в виде такого треугольника Паскаля, наверное, наоборот, его часто встречали. Треугольник Паскаля – это вот что такое. Вверху справа самая главная формула, которая объясняет, как находить следующее число сочетаний, то есть в следующей строке, зная число сочетаний в предыдущей строке. А внизу некоторое очень важное, красивое свойство. Только перед тем, как все это доказывать, давайте мы сделаем следующее. Давайте мы посмотрим на правую доску и посмотрим на левую доску. Скажите, пожалуйста, вы видите вообще, как связаны это и это? Да. Как связаны? Вот, смотрите, если вы смотрите... Ну, разумеется, вы не должны смотреть на вот это, потому что это просто объяснение того, что по НК, да? А вы должны смотреть на вот это. Один. Что там дальше? Один, один. Один, два, один. Один, три, три, один. Видите? Все понимают, что вот те строчки треугольника Паскаля, это на самом деле столбцы здесь, да? Итак, кто может объяснить, почему вот эта формула верна? Давайте не будем сразу брать сложные вещи. Просто кто может внятно сказать, почему это так? Я спрашиваю, например, почему, когда вы имеете дело с числом сочетаний из четырех отрей, почему это на самом деле вот это число? Вот честное слово, сюда надо писать четверку. Почему? Понимаете? А это между тем легко. Это даже уже прозвучало сегодня. Что такое число сочетаний из четырех отрей? Это количество способов выбрать три предмета из четырех. Но вот если у меня есть четыре пальца, то выбрать три – это то же самое, что объявить один невыбранный. А выбрать вот эти три – это вот этот объявить невыбранный. А вы эти... То есть один палец объявляется невыбранным, а три другие выбраны. В общем случае ровно так же. Какие-то k объектов объявляем невыбранными, тогда остальные n минус k выбраны. И наоборот, если k не выбраны, то n минус k. Мы выбираем невыбранный объект, который мы не выберем. Да. Это очень важная вещь. Треугольник Паскаля симметрический. Теперь более трудное, но зато позволяющее заполнять быстро треугольник формулы. Почему вот это? Есть, давайте на конкретном примере. Если мы собираемся выбрать три предмета из шести, я утверждаю, что это то же самое, что либо выбирать два предмета из пяти, либо выбирать три предмета из пяти. А если мы знаем эти числа, то тем самым мы найдем и вот это вот число. Да, говори. Ну, рассмотрим шестой элемент. Если что это? Множество из чего?
шестого элемента. Да. Шестой элемент или выбран, или не выбран. Если он не выбран, то это число сочетание из пяти полей. Прозвучала важная фраза. Шестое число либо выбрано, либо не выбрано. Так, поскольку это чрезвычайно важно, давайте-ка я это быстро объясню. Если у нас есть числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, что значит выбрать три из них? Ну это просто-напросто, не знаю, там галочки поставить, плюсики поставить. Давайте будем плюсики ставить. Вот, например, выбрали первые три. Вот, например, выбрали так. Выбрали вот так. Наконец, выбрали так. Ребята, у меня нет терпения рисовать всю эту таблицу, но понятно, что в какой-то момент у нас будет вот так. Выбрали четверку, пятерку и шестерку. Ну а до этого начали с того, что выбрали 1, 2, 3. И так постепенно, постепенно, постепенно дойдем. Нам интересно, сколько способов заполнить, сколько строчек, каждый из которых ровно три плюсика, и чтобы все строчки были разные, да? Вот. Как мы можем легко это сделать? Да, очень просто. Мы можем от этой таблицы отрезать последний столбец. Тот, который с шестеркой. И сказать, что есть два варианта. Либо там не было плюсика, либо там был плюсик. Если там был плюсик, то это означает, вот такой пример, такая строчка. То это означает, что плюсиков было два на числах от 1 до 5. А это называется число сочетаний из 5 подвод. Вот оно, число сочетаний из 5 подвод. Вот здесь написано, что это 10. А если там плюсика не было, то это означает, что плюсиков 3. И значит, нас интересует число сочетаний из чего там? Из 5 подвод. Так, интересно, а вот он. Из 5 подвод мы еще не посчитали. Поэтому, чтобы посчитать вот это число, мы должны на самом деле сложить это и вот это. Теперь вопрос. Умеем ли мы уже считать это? Думаю, да. На самом деле умеем. Потому что число сочетаний из 5 подвод мы посчитали это 10. А число сочетаний из 5 подвод 3 это 5 минус 2. Значит, это на самом деле 10, это на самом деле 5. А вот здесь вот у нас сколько? 20. Здесь у нас 20. То есть принцип заполнения этой таблицы простой. Каждое число – это сумма тех, которые стоит слева и слева сверху. Вот и 5 – это 1 плюс 4, 1 – это 0 плюс 1, 1 – это 0 плюс 1. Здесь будет число 6, здесь будет число 15, здесь будет число 35. Понятно, да, 20? Здесь будет опять число 35. Здесь у нас будет 21. И, наконец, здесь будет 7. Ребята, третья часть работы сделана. Я, конечно, очень немного рассказал вам о числе сочетаний. Более того, я не сказал личную форму. Давайте все-таки ее докажем, и после этого сдвинемся к числу цифр. Повторяю вопрос. Почему в очередной строчке треугольника Паскаля сумма – это 2 в степени? Кстати, эти строчки для удобства нумеруются. Вот это называется строка номер 0, это номер 1, это номер 2, это номер 3 и так далее. Поэтому, например, эта строка называется 5, и ее сумма – это как раз 2 в 5, 32. Ну и так далее. То есть в n-ной строке треугольника Паскаля сумма чисел это 2 в степени n. Кто умеет это объяснять? Как доказать? Давайте я вернусь к левой таблице. Как доказать, что когда вы будете писать следующий столбец, ну а там была строчка, то сумма в нем будет в 2 раза больше, чем в предыдущем. На самом деле это очевидно. Достаточно показать, что сумма n в первой строке в 2 раза больше, чем n. Да. А дальше... Сумма следующей строки в 2 раза больше. Вот на примере 4 и 5. Нарисуйте стрелку, куда... ну, как... Да, давайте. Куда переходит единица? Берем 4 и берем 5.
Смотрю, что такое вот это число 1? Ну это вот это число 1. Что такое 5? 1 плюс 4. Это 1 плюс 4. А давайте я просто это написать. 1. 1 плюс 4. Так, следующее число 10, это что такое? 4 плюс 6. 66. Следующее число. 6 плюс 4. Следующее. 4 плюс 1. И в самом конце 1 плюс 0 будет то же самое 1. Господа, пожалуйста, запишите себе эти две строчки. Одна строчка очень простая. 1 плюс 4 плюс 6 плюс 1. Другая строчка 1 плюс 1 плюс 4 плюс 4 плюс 6 плюс 4, 6 плюс 4 плюс 4 плюс 1 плюс 1. И посмотрите, как эти выражения связаны. Сколько раз они отличаются? Два раза. Потому что каждое число участвует вот здесь вот два раза. 6 два раза участвует, 4 два раза участвует, 1 два раза участвует, 1 два раза участвует, вот это 4 два раза участвует. Ну, два раза в том смысле, что вот это 4 два раза участвует. Четверки разные. Вот если четверки единицы считать разными, то получится, что каждая участвует по два раза в новой строке. Таким образом, легко проследить, что при каждом переходе от одного к следующему сумма увеличивается ровно в два раза. Между прочим, можно было дать и комбинаторное доказательство, ничуть не хуже того, которое я сейчас сказал. Такое, простое, но идейно важное. Смотрите, что такое в очередной строке, ну, например, в той же самой пятой строке? Что вот это? Количество способов из пятиэлементного множества выбрать 0 элементов. Это количество способов выбрать 1 элемент. Это выбрать 2 элемента, выбрать 3 элемента, выбрать 4 элемента, выбрать 5 элементов. А как это можно сказать короче? Из пятиэлементного множества выбрать 0, 1, 2, 3, 4 или 5 элементов. Из пяти элементов взять 0, это 1, это 2, это 3, это 4, это 5. Если посмотреть на все это вместе, это количество способов взять из пяти элементов хоть сколько-нибудь. То есть, вот есть у меня 5 пальцев на руке, и меня интересуют способы выбрать или 0 пальцев, то есть не 1, или 1, или 2, или 3, или 4, или 5. То есть про каждый палец надо принять решение, мы его берем или не берем. Но пальцев у меня 5, и каждый раз 2 варианта. Берем или не берем, берем или не берем, берем или не берем. Дважды, 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 два, это как раз 2 в степени. Отлично.